О победе стало известно еще в пятницу. Финал проходил в Подмосковье. На игру съехались сильнейшие школьные команды по мини-футболу со всей России. Наш город представляли девочки из школы номер 3 села Витязева. Команда уже не первый год участвует в этом турнире. Шестой год принимаем участие в общероссийском проекте мини-футбол в школу. Первый год мы остановились еще на стадии ЮФО, Северный Кавказ. И вот уже со второго раза, пятый раз мы едем на всероссийский финал общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Большое спасибо девочкам, они смогли на этот раз более опытно выступить, поскольку в прошлом году мы также дошли до финала и в финале проиграли Нижегородской области. Георгий Савиди в числе первых приехал встречать поезд с победительницами. Его внучка Ниса Папандопола уже 4 года защищает ворота своей команды. Георгий говорит, что очень переживал за нее. Радость какая, посмотреть уровень в крупных городах, где возможностей больше, это одна сторона, а где простая школа, и, может быть, тех условий нету, но упорством и трудом достигаются результаты. Начальник управления по физкультуре и спорту был среди встречающих. По словам Сергея Ткаченко, в победе он был уверен. Витязево футбол всегда был на высоком уровне. Село Витязево у нас футбольное такое поселение, где есть хорошие традиции. У них хорошая команда «Понтус», которая в прошлом году завоевала серебро на первенстве края по футболу. Поэтому я думаю, что это вот традиция, которая передается не только мальчикам, но и девочкам, в общем-то. Большое достижение сельчан, которые вкладывают большие усилия в развитие этого вида спорта. А юным победителем этого общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» организаторы турнира подготовили своеобразный подарок. Команды, занявшие первые места, отправятся в футбольный лагерь «Йокохама Челси ФК Камп», где тренеры фонда «Челси» познакомят детей с футбольной системой одного из ведущих клубов Англии и проведут серию тренировок.